Я сейчас с большим вниманием слушал доклад Виктора Михайловича. Он доклад этот замечательный, и я почувствовал аналогию с дискуссией, которая велась в физике в свое время между Эйнштейном, Нильсом Бором и его копенгагенской теорией, да, его копенгагенской интерпретацией, и уже Бора с Гейзенбергом. Эйнштейн, человек предыдущего, так сказать, времени, он чуть, как бы сказать, более был классический человек. Он считал, что мы можем найти объяснение всему, создав теорию относительности, которая только кажется релятивистской, и на самом деле она вся построена на жестких причинных принципах. Он дальше на протяжении 40 лет занимался тем, что создавал единую теорию поля. Он хотел найти общее объяснение для всех сил, действующих в системе. Бор, столкнувшись с реальностью квантовой механики, и сейчас вот вы слушали доклад Виктора Михайловича, и послушайте фразу Бора, которую он говорит про квантовую механику. Если вы не пришли в ужас, изучая квантовую механику, вы ничего в ней не поняли. Почему? Потому что та реальность, с которой сталкивается физик, изучающий квантовую механику, непредставима нашим мозгам. Наш мозг был создан для решения определенных эволюционных задач. Мы можем проследить его эволюцию. Антропогенезии, можно проследить ее в более широкой перспективе биологической эволюции. Мозг эволюционировал для решения тех задач, с которыми мы сталкивались. Он не планировал заглядывать в мир квантовой механики, там, где волны превращаются в кванты, кванты превращаются в волны, что невозможно представить. Вы все это слышали, но не пришли в ужас, когда слышали это. Потому что вы ничего не поняли в квантовой механике, когда изучали ее в школе. Точно так же и с сознанием, и с психикой. Зачем эволюции было предоставлять нам инструмент посмотреть внутрь самих себя? Что за глупое, странное, лишнее способность? Что за странный навык смотреть внутрь самих себя и понимать, как мы думаем? Мы думаем для чего-то. Зачем нам понимать, как мы думаем? Этой эволюции было не нужно. И поэтому сейчас, когда мы пытаемся изучать сознание, психику, мозг, как угодно это назовите, поведение. Иван Михайлович Сечин вообще все назвал поведением, потому что там же тоже у нас что-то себя ведет внутри головы. И мы сталкиваемся с этой ситуацией. И дальше Виктор Михайлович говорит, давайте мы все-таки попытаемся доискаться и реализуют классическую, очень красивую, амбициозную стратегию эйнштейновского толка. Есть люди, которые действуют как Гейзенберг. Он был такой же гений. Гений фантастический, жесткий, строгий, и говорит, если мы не можем понять, мы не должны пытаться. У нас есть математический инструмент, у нас есть модели, у нас есть эксперимент. Мы можем создать математические матрицы, которые опишут нам реальность, которую мы не можем себе представить. Это тоже подход. Но, как мы видим, поскольку с физикой, с квантами, с квантово-волновым дуализмом, полумертвыми, полуживыми котами Шрёдингера, мы можем действительно ставить эксперименты. Виктор Михайлович прекрасно нам показал, что любой эксперимент, который мы будем ставить над самими собой, обречен на то, что мы окажемся внутри субъективности, с одной стороны, с другой стороны, внутри языковых игр, и потерпим фиаско. Поэтому прекрасный гейзенберговский
ход здесь оказывается малоэффективен, хотя мы можем увидеть много попыток действовать в подобном ключе. И бихевиористы в каком-то смысле были гейдельбергцами. Мне ближе Нильс Бор. И я считаю, то, что мы не можем представить себе, как работает сознание, как работает мозг, как работает наша психика. То есть мы не можем создать какую-то такую понятную, красивую модель, теорию и так далее. Не должно нас останавливать. Мы должны понимать, что это нечто, что непредставимо. Но мы должны научиться думать про это так, чтобы получать результат от этого. Соответственно, это то, чем занимается Высшая школа методологии, которую я основал в Петербурге, в интеллектуальном кластере «Игры разума». Это то, чем мы занимаемся на наших методологических семинарах, на практических семинарах по методологии. И я сейчас не смогу вам рассказать все, чего бы мне хотелось вам рассказать, потому что мы ограничены в лимите времени. Я хочу прежде всего обратить внимание просто на два этих слова. Методология и мышление. Это два чрезвычайно дискредитированных слова. Знаете, вообще использование дискредитированных слов – это, как бы сказать, плохой тон. Вот, знаете, еще такое дискредитированное слово называется – любовь. Оно дико дискредитировано. Если вы живете с человеком 20 лет, вы привыкли к нему, его отсутствие в вашей жизни является для вас травмой, и он спросит вас, любишь ли ты меня? Вы скажете «люблю». Но вы можете воспылать страстью, вы можете испытывать огромные чувства. И вас спросят, ты любишь меня? И вы скажете, люблю. Что вы говорите? Это дискредитированное слово, оно ничего не значит. Вы просто сотрясаете воздух. Очень сложно работать с понятиями, которые дискредитированы. Вы все слышали слово «методология». В научных работах есть даже соответствующий раздел «Методы, методологии исследований». И это, конечно, жуткая катастрофа. Потому что это методизм. Да, может быть метод, и может быть способ его использования. Но изначальный смысл понятия «метод», данный нам Декартом, данный нам Спинозой, которые совершенно не случайно писали это слово с большой буквы. Метод – это был новый взгляд на мир, который они предлагали. Другой, не обывательский, в рамках которого и не религиозный, в котором существовало предыдущее мышление. Они предлагали действительно новый метод взгляда на реальность. И это фундаментальные вещи. И писали его с большой буквы. Мы сейчас любим говорить, сейчас это модно. У него научное мышление. Он использует научное мышление. А это использует религиозное. О чем это вообще речь? Что тут критическое, тут есть опыт и эксперимент. И об этом речь. Метод мышления – это нечто значительно более глубокое. А что такое мышление? Вот уже дискредитировано просто достаточно страшно сделать. Ну, с одной стороны, это, мы скажем, это сознательная деятельность, правильно? И дальше, это, я люблю иронизировать по этому поводу, да, какие прекрасные тавтологии, которыми мы пользуемся. Мышление – это сознание, сознание – это познание, мышление – это познавательная деятельность человека. Тавтологии мы одним пустым словом заменяем другим словом. Мы думаем, что нам стало что-то понятно. Ничего нам понятно не стало. Если мы говорим про сознание, ну, послушайте, вот если мы сейчас, в данный момент времени, можем удерживать в сознании 7 объектов нашей кратковременной памяти, о чем Виктор Михайлович сейчас иронизировал. Да, это так. Более того, если вам нужно
оперировать этими объектами, то вы сможете оперировать 3-4 объектами. Остальные будут на этот миг выпадать из вашего поля осознанности. Наконец, если вы решаете задачи, сейчас вот это модно, многозадачность, то выясняется, что ваше сознание настолько ограничено, что способно решать одну задачу здесь и сейчас. А когда вы решаете две, например, едете на автомобиле, параллельно разговариваете по телефону, вы в какой-то момент следите за дорогой, а в какой-то момент следите за разговором. И просто есть переключение вашего сознания с одной позиции на другую, и делается это быстро. И вы не замечаете подвоха. Вот какая ограниченность нашего сознания. А теперь про мышление. Вот меня в свое время научили ездить на трехколесном велосипеде. Я обожал рассекать по квартире. Это смежная комната, можно было проехать на трехколесном велосипеде. Мой мозг выучил очень непростую технологию. Как правильно двигать ногами. У меня возникла мышечная память на движение ногами. Потом я на двухколесном велосипеде научился ездить. Я научился еще держать равновесие. Это сложнейшая задача. И мозг мой занимался просчитыванием этого дела. Точно так же, как он занимался просчитыванием, когда я решил то, что сейчас называется когнитивными задачами и какими угодно другими. Во сне ваш мозг занимается тем, что он прокручивает, так сказать, активные, актуализированные темы предыдущим днем, психологическими переживаниями, которые у вас есть, архивирует ту информацию, которую вы получаете в течение дня. Он работает, вы находитесь без сознания. Но он что-то делает, очевидно. Проснувшись, вы даже можете услышать отголоски этой странной работы. И сделать из нее всякие безумные теории даже. Итак, мышление, оказывается, вещь куда более хитрая. Куда более широкая. Возможность ограничения... Вот сказать, вот здесь вот мышление, а дальше не мышление. Вот у нас столько пациентов с паническими атаками, понимаете. У них там рептильный мозг запускает огромный комплекс разных самых реакций по короткому пути, все, таламусы, гормоны стресса, стрессовые реакции, все на свете. Мозг же думает в этот момент, он же производит работу. Мышление... Или не мышление? А где граница? А если вы не можете провести границу, то какие вы ученые говорят, что вот мы ее установим здесь? В свое время я прочитал, случайно причем наткнулся на зоне книги, на книгу Виктора Михайловича «Сознание как парадокс». Я тогда еще не так интересовался квантовой механикой. И он там приводит знаменитый, очень сейчас уже растиражированный рассказ Анри Пуанкаре относительно того, как он пришел к решению одной из своих задач математических. Рассказал, как он долго над ней бился, как ему сложно все это давалось. Потом он должен был куда-то поехать, у них развлечение, поездка, был занят бытовыми делами. И совершенно не думая про эту математическую задачу, поднимая ногу, для того, чтобы встать на площадку Омнибуса, куда они должны ехать, он вдруг переживает озарение. Он вдруг осознает, как должна была решаться задача, которую он не мог решить, будучи на ней сконцентрирован со страшной силой. То есть мышление его всю дорогу продолжало решать эту задачу. Оно что-то там крутилось, вертелось. Да, сознание занималось какой-то всякой разной ерундой. Бытовыми делами. Но мозг продолжал крутить эту проблему. И вот смотрите знаменитый эксперимент Бенджамина Либета, который Виктор Михайлович тоже упоминает. Эксперимент забавный с точки зрения маркетинга. Знаете, нам иногда в нашей науке важно иметь
такие эксперименты, которые заставляют общество вздрогнуть и подумать, что мы занимаемся каким-то осмысленным делом. Но все, что сделал Лимбит, я прошу прощения, мы открываем Алексея Алексеевича Ухтомского, смотрим физиологию борьбы доминант и понимаем, что то, что он наблюдает, и то, что наблюдали дальше немцы, и дальше Лейпцигский институт Макса Планка, они уже 10, за 10 секунд предсказывают, когда мы нажмем на кнопку, решим нажать на кнопку. На самом деле это борьба доминант. Мне говорят, надо будет нажать на кнопку. Я сажусь. У меня масса других доминант. Я должен усесться, я должен посмотреть на экспериментаторов, привыкнуть ко всему. Это разные части мозга отвечают, это активизируется. И вот мы кладем человека в функциональный магнитно-резонансный томограф. И смотрим, вот они все сияют, разные центры. Но они-то отыграют, потому что все доминанты они активизируются, становятся осознанными, при этом другие продолжают конкурировать. Все у вас одновременно происходит. Сейчас, если кто-то захочет в туалет, эта доминанта начнет конкурировать с тем, что я говорю, понимаете? Точнее, с тем, как вы, что вы делаете в своей голове, интерпретируя то, что я говорю. И она уже есть, эта доминанта. Сейчас я напомнил про нее, активизировал дополнительно. И все это происходит у нас. Мозг это все думает. Потом что-то становится осознанным, что-то выходит на первый план. Доминанты, они конкурируют, и одна из них побеждает. Когда у Ухтомского спросили, почему вы называете доминанту доминантом, он сказал, как еще можно назвать доминантом? Вот. Это правда, потому что да, что-то выходит на эту поверхность, на верхний слой, и становится для нас осознанным. Это не значит, что все остальное это не происходило. И как Ричард Нисбет пишет в своей этой книжке, приведенной как мозгоускоритель, такой мировой бестселлер. Очень неплохая, кстати, книга. Он это называет, вот это мышление, про которое мы сейчас говорим, он называет это подсознанием. И у него такая есть прекрасная фраза. Подсознание может сочинить симфонию. Действительно, когда вы сочиняете симфонию, вы не складываете осознанные ноты. Вы угадываете внутри себя какие-то движения. Ну, я надеюсь, тут не все сочиняют симфонию. Подсознание может решить за математическую задачу, над которой человечество билось тысячелетия. И мы вспоминаем Анри Пуанкаре, который рассказывает нам, как он неосознанно приходит к решению. Но подсознание не способно умножить 138 на 45. Для этого нам нужно будет ввести это все в круг такого осознанного внимания, дальше вспомнить правила и использовать их. Итак, то, с чем мы имеем дело, должно нас натолкнуть на очень драматические выводы. Я думаю, это звучит все вот так, может быть, даже мило, то, что я рассказываю. У нас такой мозг замечательный, все думает, решает столько задач, там, все конкурирует там, и так далее. Но в действительности это подвергает сомнению фундаментальную концепцию, определяющую нас с вами. Концепцию нашего «я». Если это просто борьба конкурирующих доминант. Да, определенных опытом, культурно-историческими там, процессами, которые нас сформировали там, и так далее. Но это борьба доминант. Каждый из них в какой-то момент побеждает. Вы не контролируете этот процесс. Вы не можете контролировать свое желание, свой мочевой пузырь. Вы его в какой-то момент контролируете, потом он говорит, а теперь все. И дальше, о чем бы вы в этот момент не пытались так себя настроить, эта доминанта побеждает. И так побеждают многие доминанты. И интеллектуальные доминанты тоже так же побеждают. Итак, что такое я, если это не центр принятия решений? Что такое я, если это не наша конкретная социальная роль? Как говорил тот же Уильям Джеймс, мы представляем собой столько такое же количество социальных ролей, сколько людей мы знаем. Мы для каждого человека придумываем свой паттерн поведения.
И автоматически он у нас включается в тот момент, когда мы с ним начинаем взаимодействовать. Каждый из этих паттернов «я», ну, слушайте, даже слово «шизофрения» для этого будет как-то... Это даже мега-мега-мега тогда шизофрения, если каждый из этих субъектов является действительно мной. То есть ни центр принятия решений, ни социальные роли, ни, наконец, нарративы, истории, которые мы про себя рассказываем. Потому что, как сейчас становится понятно, все истории, которые мы рассказываем про себя, являются выдумками, созданными ad-hoc по данному случаю. Вот сейчас меня что-то спрашивают, и я в данном случае рассказываю такую историю про себя. И я про себя так и чувствую в этот момент, так и понимаю. Понимаете, вот вы можете с близким человеком пытаться ему рассказать историю про себя, как вы чувствуете себя в отношении с ним, там, что вы... И вы очень верите в это. Потом вы придете к психологу, в этом зале это звучит, наверное, особенно иронично, и рассказываете ему историю, и вы тоже в нее очень верите. Но это будет другая история, не та, которую вы рассказываете своему близкому человеку. Мы все время создаем истории по случаю. Элизабет Лофтус, такая скандальная все-таки фигура в американской психологии, показывает, что мы с вами просто сборник этих воспоминаний, которые мы создаем по случаю. И это понятно. Мозг не может хранить воспоминания. Он хранит воспоминания о воспоминании. Я помню, что я должен что-то помнить. У меня там это активизируется, и дальше я из огромного количества распределенных центров мозга собираю вот эту новую историю на сейчас. Она всегда видоизменяется. Я вполне уверен, что вы сейчас свое детство помните как осознанное. Вы помните, как вы переживали, чувствовали, как вас обидели, или там, как вы что-то... Да, мне даже развод руками, мы помним. Вы помните это сейчасными глазами. То, что вы переживали тогда, а то, что происходило тогда на самом деле, была совсем другая штука. У вас тогда не было того мозга, который способен это осмыслить. Ну, если мы понимаем, что у нас мозг развивается, у некоторых, может быть, нет. Итак, ну вот если мы это все понимаем, то получается, что есть наше представление о том, что у нас есть мышление. И это традиционное человеческое высокомерие. То, что человек чрезвычайно высокомерен. Он считает себя венцом творения, Божьим детем, там, я не знаю, центром Вселенной там, и так далее. Не понимает, что он является биологическим видом, который вот возник в этот очень краткий миг исторического существования Вселенной из одного большого взрыва по пути к другому большому взрыву. И, собственно говоря, все его величие – это ровно то, что он про себя думает. Мы не обладаем мышлением. Мы и есть наше мышление. И это очень сложно осознать. А теперь представьте себе, что вы должны управлять процессом, которым вы сами являетесь. Это крайне странная штука. Барон Мюнхгаузен, который пытается вытащить себя за волосы из болота, в этом смысле выглядит еще достаточно оптимистично. Таким образом, когда я говорю про методологию мышления, я в некотором смысле говорю про нейрофилософию, нейрогносеологию. Я говорю о том, как мы должны думать, понимая то, как мы устроены, как работает мышление. И сейчас, к счастью, это, мне кажется, здесь не надо сорвать, у нас большое количество научных данных, он об этом говорил. И мы обнаруживаем потрясающие, поразительные вещи. Ну, все знают про феномен расщепленного мозга.
ну, в психологии это получило очень странное, популярное такое описание, что у нас правый мозг отвечает за образное мышление, левый отвечает за логическое мышление. Ну, если мы посмотрим, что все эксперименты, которые Майкл Газаника произвел, большой друг, кстати, Джорджа Миллера, и они вместе, так сказать, стояли у основ создания когнитивной науки, мы увидим, что все отличие между нашими правыми и левыми полушариями состоит в том, что правое фиксирует факты и удерживает их, а левое свободно их интерпретирует. Левое полушарие у нас работает таким образом, чтобы из любого количества фактов и данных собрать закономерности. То есть мы с вами обречены на иллюзию того, что нам всегда и все будет понятно. Потому что левое полушарие идеальным образом всегда умудряется найти объяснение чему угодно, самым нелепым вещам. В психиатрии таких случаев масса, кроме как и в неврологии. В обыденной жизни мы этого не замечаем. Но это ровно так. Мы всегда находим объяснение. Нам все понятно. А если нам все понятно, всегда, на любом количестве фактов, насколько достоверны те карты реальности, которые мы с вами создаем? А как побудить в себе ощущение, что ты не знаешь? Как прийти в ужас, изучая квантовую механику? Как прийти в ужас, изучая психологию, феномены сознания, поведения? В ужасе ли вы сейчас? Если нет, у вас не включился ориентировочный рефлекс. И вы просто объясните непонятное понятным. И вам снова станет комфортно и удобно. Сгладили когнитивный диссонанс или какую-то неизвестность. Это фундаментальная вещь, которую мы должны понять. Это способность к озадачиванию, к пониманию того, что любое наше представление о реальности является только версией. И версии далеко не всегда эффективны. И только результативность наших действий свидетельствует о том, что наше предположение о том, что мы создали правильную карту реальности внутри своей головы, доказывает, что она была, в общем, неплохая такая. Но мы же так не думаем. А какая часть мозга за это все отвечает? Есть ли она? Думаем ли мы про это? Чем мы думаем? У нас есть мозг тоже, вообще же создан был для определенных целей. Все зоны коры распределены. Ну, так или иначе, определенная функциональность присутствует, несмотря на все, как бы сказать, нюансы. Есть зоны коры, которые отвечают за создание зрительных образов, слуховых образов. Все это создает ваш мозг. Отвечает за движение, за перцепцию. И так далее, и так далее. А где там поселиться мышлению, которое, ну так, по смелым расчетам возникло где-то 100 тысяч лет назад? И мозг не мог эволюционировать. Если вы думаете, что это лобные доли, то тоже надо, как бы сказать, почувствовать глубину разочарования. Это наш тормоз. Если вы лишите человеку лобных долей, он, собственно говоря, вполне себе будет еще думать. Он просто не сможет себя тормозить и будет вот таким лобным больным, который что-то себе думает, и причем часто очень оптимистично так, чтобы всем мало не показалось. И тормозить себя не может. И дальше встает вопрос, что такое наше мышление на самом деле. Если мы пытаемся под ним определить то, что создает симфонии, то, что создает решает математические задачи. То, что вам позволяет сориентироваться в ситуации, когда вы не понимаете, как вам действовать, но находите какие-то способы решения. Я считаю, что здесь мы должны очень внимательно присмотреться к той
системе, которую открыл Гордон Шульман в 1997 году и которую Майкл Рэйчел в 2001 году определил как так называемую дефолт-систему мозга. Это огромный, на самом деле, объем нервной ткани. Это и медиальная префронтальная кора, это поясная извилина, клиновидная извилина, семенная доля и так далее, которые активизируются у нас всякий раз, когда мы не решаем никакой сознательной задачи. Когда вы не пытаетесь умножить 138 на 42, у вас начинает что-то происходить в голове. Вы слышите какой-то гул. Ваши мысли про то, про сё, про пятое, про десятое, про того, про сего. Или когда вы ничего не делаете, у вас там тишина. У кого тишина, поднимите руки. Даже когда вы читаете книгу, до 40% времени вы не следите за содержанием. Но кто-то замечает, когда уже страницу прочел, и вдруг думаешь, так, о чем там было? Потому что ваша голова была в другом месте. В этот момент была активна именно эта дефолт-система нашего мозга. Зачем она была создана и какую задачу мы решали? Совсем нас выключили? Нет? Все в порядке. Решает она задачу социальной организации. Дефолт-система мозга у животных не является дефолтной. Это система, в которой живут все другие члены стаи, в которой находятся эти животные. И чем более стайное социальное животное, тем больше его мозга. Процентное соотношение коры у кошек и собак в два раза отличается. Он же собак. Они стайные животные. Им нужно больше мозга, чтобы удерживать в сознании сложную систему социальных коммуникаций. Именно там мы выстраиваем сложные объекты. И эти сложные объекты – это наши представления о других людях. Это theory of mind, наша способность создавать чужие сознания внутри собственного. Предсказывать их поведение, понимать их мотивации, входить в их тело, да, в их разум. Именно эта система единственная, которая может быть использована как-то иначе в этом нашем мозгу. И когда вы начинаете блуждать своей мыслью, отвлекшись от чтения книги, вы вспоминаете про других людей. Кто-то вам что-то сказал, вы что-то должны были проговорить, кому что-то сказать, а здесь вас обидели. А если у вас случится какая-то катастрофа, у вас там вам изменит или сделают вам гадость какую-то крупную и так далее, вы вообще ни на чем другом не сможете концентрироваться. Будете думать только про это. Этот социальный субъект захватит весь ваш мозг и полностью его себе подчинит. Ну, примерно в таком же состоянии находится Эйнштейн, раздумывающий над единой теорией. Точно так же он использует дефолт-систему мозга, эту систему, способную создавать сложные, абстрактные, виртуальные объекты. Потому что все ваши представления о других людях – это сложные, абстрактные, виртуальные объекты. Именно эта система эволюционно создавалась таким образом, что вы можете постоянно думать и держать в голове несколько сложных интеллектуальных объектов и осознать их в единицу времени. В таком количестве невозможно. По числу Дамбара у нас там порядка 150-230 человек внутри головы способны жить в нашей стае. Например, то количество сложных интеллектуальных объектов, которые вы можете создать. И математик может создать 180-230 интеллектуальных объектов разной степени сложности, которые крутятся в его голове, когда он решает бытовую задачу и куда-то едет, поднимает ногу, чтобы поставить ее на ступеньку омнибуса. У нас есть система, которая думает за нас.
Но управляем ли мы этим процессом? Иногда мне кажется, а все мы думаем, все мы обладаем мышлением, что мы едем с вами в такси с сумасшедшим водителем, который не слушает и не отвечает. Он просто везет нас куда-то. Пока все в порядке, мы вроде бы даже спокойны. А он начинает сворачивать куда-то не туда, мы начинаем тревожиться. Когда он вообще едет, черт знает куда, и бросается в обрыв, мы вообще в панике. И этот автомобиль вместе с этим водителем, это китайская сёрловская комната, это наше мышление. И если нам что-то и нужно сделать в этой жизни, это осознать все это и сделать очень странную, полуживую, полумертвую шрёдингерскую штуку, попытаться пересесть за руль. Собственно говоря, это и есть задача методологии мышления. Спасибо, что выслушали. Буду рад вас. Вопросы, пожалуйста. Андрей Владимирович, есть вопрос из сети. Мышление управляется потребностью реализации трех основных инстинктов? Такой вопрос. Странный. Ну, я просто написал много книжек самых разных, вот, включая и книги по психотерапии. Значит, соответственно, я все время пытаюсь объяснить, да, почему я начал, может быть, сумбурно, потому что не готовился про Нильса Бора рассказывать. Понимаете, то, что мы имеем с психикой дело, предполагает, что мы имеем дело с вещью, которую мы не способны четко определить и структурировать. Именно поэтому психология представляет собой такую вавилоновскую башню, в которой есть тысячи языков, миллион теорий, и каждый из них, как бы сказать, имеет своих верных служителей. Все это проблема просто того, что мы не можем этого познать, ну, понять. Если бы это все можно было просто себе представить, то мы бы справились. А так это квантово-волновой дуализм какой-то бесконечный. Вот. Поэтому я считаю, что с точки зрения психотерапии и практической психологии крайне важно создавать такие концептуальные модели, которые позволяют структурировать полностью представление о пациенте, чтобы ничего у вас не выпало из картины, так сказать, из карты, которую вы создаете о реальности своего пациента. Когда я работал над созданием системной поведенческой психотерапии, вот задача была такая, мы так и говорили. То, что мы делаем, мы создаем концептуально-теоретическую модель. Мы создаем модель, которая позволяет так картировать пациента, чтобы вы имели функциональные очень механизмы управления этим делом, психотерапевтическим процессом. И мы исходили, собственно, из фундаментальных физиологических установок. Мы выходили из концепта поведения Сеченова, исходили из концепта поведения, из концепта динамической стереотипии Ивана Петровича Павлова, концепции доминанта Алексея Алексеевича Ухтомского и отношения знак-значения Льва Семеновича Выгодского. В целом это базовые концепты, которые позволяют создать матрицу, позволяющую очень реконструировать это дело. Вот. В рамках этой конструкции мы, конечно, обсуждаем, да, потому что есть поведение, и это уже вопросы этологии, это поведение биологического существа, занимающегося собственным выживанием, это поведение биологического существа внутри социальной стаи, иерархический инстинкт, что прекрасно показано Конрадом Лоренсом и большим количеством его коллег. Вот. И есть его интенции, связанные с продолжением рода. Но эта классификация не является никаким научным инструментом. Да? Эта классификация является тем способом, которым мы можем организовать разные формы человеческого поведения в рамках создания тактики психотерапевтического процесса. Вы всегда должны понимать, что там в основе. Это борьба за власть, еще адлеровская, да? Это просто инстинкт самосохранения, чисто физиологически, как у наших пациентов с посттравматическими стрессовыми расстройствами, или там много интенций, связанных с переживанием пола, сексуальности и прочих вещей, что, в общем, входит в таком истерическом регистре, с чем мы имеем дело.
Вот, поэтому это просто модель. Вот. И когда мы говорим про мышление, я не говорю про психотерапию. Я говорю про нашу жизнь. Значительно более серьезные вещи. Спасибо, Владимир Владимирович.